пожалуйста, как проводите свой день? С семьей. Гуляем по парку. Хорошо. Здорово. Осталось 16 летних дней. Расскажите, что планируете сделать? Да ничего, гулять, наверное. Так и будем гулять. Это хорошая погода. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот 16 летних дней осталось у нас. Что планируете сделать? Вы школьница, да? Да. Угу. Что планируете за эти 16 дней успеть? Планируем хорошо отдохнуть, чтобы отлично закончить 9 класс и сдать хорошо экзамены. Доброе утро! Доброе утро! Скажите, пожалуйста, как проводите свой день? Гуляем, развлекаемся, настроение чудесное, все хорошо, прекрасно. Да, очень позитивный человек, да. Мне кажется, у нас же телезрители сейчас тоже мгновенно поднимется настроение. Это хорошо будет. Спасибо. Вам спасибо. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, как проводите свой день? Гуляем по парку с семьей. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, как проводите свой день? Сегодняшний день мы хотим начать с похода в бассейн «Юность». Мы с дочкой мечтали об этом целое лето. Я очень надеюсь, что сегодня у нас это получится. Ой, мы вам этого желаем. Спасибо большое. Спасибо. Доброе утро, Мединочка! Доброе утро! Очень рада тебя видеть сегодня здесь. Скажи, пожалуйста, как начинаешь свое утро? Гуляю по парку Зеленому острову.